Привет всем! Добро пожаловать на мою самостройку. Ну что ж, друзья, Новый год, новый сезон с новыми силами. Планы у меня, конечно, как всегда, на начало сезона грандиозные. Но самое главное в этом году это внутрянка. Это дело наконец-то начнется. Планирую это на теплое время года, то есть с весны начну я этим делать. Первое будет отопление. С этого дела и начнем. Там у меня есть подготовка. Раскидаем трубы отопления водяного пола и радиаторов и зальем это стяжкой. Ну, как говорил, на весну, потому что сейчас этим делом, естественно, заниматься нельзя, так как у меня уже засыпан утеплитель. На зиму планы такие. Ну, само собой, нужно закончить с фасадом. Осталось у меня подшить свесы, водосточка, снегозадержатель и навес на террасу. И все, с фасадом будет закончено. Также есть еще работа по поводу отмостки. С одной стороны, у меня до сих пор не долита отмостка, помните, да. Ну и перекрытие второго этажа тоже надо сделать. То есть, как бы закончить уже тепловой контур. Ну, как вот основные работы до начала внутрянки. То есть, ну, до середины весны я планирую это сделать. Ну, а потом уже будем внутри заниматься. Так. Несмотря на погоду, конечно же, я уже езжу на стройку, потихоньку подготавливаюсь, уже начинаю заниматься организацией вот этих вот всех работ, которые на зиму запланированы. Скоро начнем, в ближайшем видео уже полезу наверх, если, конечно, погода мне будет позволит. Ну, буду постраиваться. А сегодня сходу первым видео предлагаю вам сделать традиционный на моем уже канале ежегодный розыгрыш. В прошлый раз мы разыгрывали базовый набор для самостройщика. В этот раз разыграем инструмент, который, без которого настройки никак, и который нужен на весь период, то есть от самого начала до конца стройки, он постоянно востребован. Это лазерный нивелир. А точнее 4D лазерный нивелир марки Хибиру в хорошей, богатой комплектации. Лазерный нивелир поставляется вот в таком кейсе. Ничего в нем не гремит, довольно прочный. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такая вот комплектация. Вот таким образом все это дело здесь разложено. Ну, давайте пойдем по порядку. Сверху лежит инструкция. Инструкция полностью на русском языке и с заполненным гарантийным талоном на 1 год. В комплектации есть очки, сам нивелир. Вот таким образом выглядит этот товарищ. Как уже говорил, 4D имеет 2 горизонта. Верхний горизонт, нижний и 2 вертикали. 1, 2, 3, 4 окошка по 4 луча. Получается 16 лучей. Кнопка включения-выключения, она же блокировочная. И 3 кнопки управления. Кнопки управления сенсорные, работают от прикосновения. В этом месте, это место для крепления аккумулятора. Аккумулятор подсоединяется с слайдером. Ну, вот так вот. Снизу довольно толстая металлическая пластина. Первое. Данный нивелир имеет 2 горизонта, верхний и нижний, да, вон там окошко. Поэтому отверстие крепления у него смещено относительно центра. Чтобы нивелир где-то закрепить и не нарушить его центр тяжести, не сместить, есть переходник. Вот таким образом выглядит переходник. Ставим его на пластину, подсоединяем и легким движением руки подсоединяем, закручиваем. И отверстие крепления оказывается посередине. Крепление очень хорошо держится. Далее, для работы с пола, с земли, первое, есть вот такая вот база 360 градусов. Снизу накручиваем ее на крепление, точнее на переходник. Ставим и где-то на неровных поверхностях можно отрегулировать ножками и повернуть нивелир на 360 градусов вокруг своей оси. Также в комплектации есть вот такой подъемник. Вот таким образом он работает. Можно с его помощью регулировать нивелир точечно по высоте. И это еще не все. В комплектацию также входит штатив в чехле. Вот такой штативчик.
штативу есть переходник. Накручивается сверху. Ну и, соответственно, здесь уже ставится нивелир. Переходник с поворотной головкой. Можно менять угол. Есть. Это что касается работы с пола с земли. Далее в комплектации это магнитный кронштейн, предназначенный для работы на высоте. Чтобы кронштейн прикрепить к стене, есть специальная пластина. Крепим пластину к стене, накручиваем нивелир на кронштейн и примагничиваем к пластине. Далее нивелир можно регулировать тремя разными способами. Нивелир на кронштейн можно крепить как и сверху, так и в подвешенном состоянии. Для этого в комплектации есть специальный переходник. Так, зарядка. Два аккумулятора с цифровым индикатором заряда. Пульт управления, что меня прям удивило. Ну и, собственно, вроде бы все. Ну что ж, друзья, вот такой вот интересный и необычный помощник. Но, во всяком случае, для меня опыт работы с нивелиром у меня есть. 5 лет я уже построил дом. Но все это время работал с одним вариантом нивелира. Вот он мой старичок. Он, кстати, в одном ценовом диапазоне с Хибару, но в комплектации только был нивелир и чехол. У него 2 луча, горизонт и вертикаль. Вот. Сейчас, делая обзор, отметил я вот сразу для себя, в сравнении с этим нивелиром, 2 больших плюса. Первое, это то, что в этом году, в прошлом сезоне, залил я 2 фундамента под подпорную стену и под забор. И фундамент был в одном уровне с землей. И чтобы отбить первый ряд кладки, мне вот этот нивелир, ну, буквально пришлось выкапывать ямку, ставить его, чтобы луч попал, да, с верхней гранью фундамента. С этим нивелиром все эти дела отпадают, потому что у него есть нижний горизонт. Да, то есть вот такие моменты, как вот фундамент уровень с землей, вот это дело можно отбивать, не выкапывая никакие ямки. И плюс в комплектации есть вот этот подъемник, который, с помощью которого точечно это дело можно поймать, да. Очень хорошо, большой плюс. Довольно часто происходило так, чтобы, да, вот этот нивелир настроить по высоте от земли. Всякие фанерки там, ДВПшки, разные толщины пришлось подкладывать, чтобы это дело поймать. Все, этот подъемчик вопросы эти решает. Ну и плюс к тому, я как бы блогер, снимаю иногда. Снимаю с земли, также делал подложки. Ну вот этот вот подъемчик тоже мне очень в этом деле пригодится. Второй очень-очень большой плюс. Я буквально вот с этим нивелиром страдал. Вот этот нивелир, он батареечный. 4 батарейки в нем. Для этого есть ниша и крышка. Ну, как видите, крышка довольно быстро, 2 года при работе в минусовые температуры, вот такие вот есть петли, ну, они пластиковые. Просто-напросто они отломились. И все. И крышка не фиксируется. А на крышке есть контакты. И, да, то есть без нее он не работает. Поэтому эту крышку я ставлю и вот таким образом колхожу. Каждый раз, да, изолентой, скотчем это дело заматываю, чтобы крышка держалась. На этом нивелире все это дело отпадает. Очень-очень удобно все сделано, да. Снаружи крепление для аккумулятора, нету никаких ниш, никаких крышек. То, что могло бы сломаться. Поставили, сняли. Поставили, сняли. Плюс к тому, батарейки... Это такое дело,
Можно очень легко попасть на то, что ты работаешь с нивелиром, и он тебя раз и разрядился в самый неподходящий момент. Есть индикатор разряда батареек, но он работает так, что он, то есть он загорается, это не значит, что вот-вот они разрядятся. Это нивелиром то еще долгое время можешь работать. То есть непонятно, когда именно он разрядится. Вот. И еще есть такой момент, ты, допустим, дома сидишь, на следующий день планируешь работы настройки, и тебе понадобится нивелир. Ты сразу думаешь, так, нивелир. Я им работал месяца три последний раз, что там с батарейками, непонятно, разрядились, не разрядились, окислились, не окислились. Короче, ты на следующий день утром по дороге заезжаешь в магазин и покупаешь запасные батарейки на всякий случай. Ну а если ты забыл все это сделать, то вот, ну, как раз ты можешь попасть на то, что ты приехал раз, а батарейки у тебя разрядились. У этого нивелира аккумуляторы, их два, один рабочий, второй заряжается. То есть такого как бы момента произойти никак не может. Тем более, если мы даже забыли зарядить оба аккумулятора, есть зарядка, которая вставляется в аккумулятор, включаем в сеть, и нивелир работает, даже если разряжены два аккумулятора. Это, конечно, большой плюс. Ну вот, собственно, пока все, что я для себя отметил, имея опыт работы с этим нивелиром. Получу. Я сейчас прикладывал, ну вот у этого зеленого, у этого красный, и как мне показалось, что зеленый более четкий, чем красный. Ну мы сейчас посмотрим. Ну вот смотрите, друзья. Вот я сделал тусклый красный, сделал четкий. Зеленый тоже четкий стоит. Ну вот смотрите, зеленый. У зеленого края луча более четкий. Он такой более резкий, что ли, более ровный, края луча. Надеюсь, вам видно. Ну, вот так вот. Для сравнения. Давайте еще вот так вот сделаю, рядом поставлю. То есть на одном расстоянии, на одном удалении от стены они будут. Ну, вот так. Ну что ж, есть у меня два комплекта лазерного 4D нивелира от производителя Hibiru. В этом году, ближе к лету, наконец-то у меня начнется внутренняя отделка. Долго я этого ждал. Творческая работа, это мое. Поэтому, с вашего позволения, один наборчик оставляю у себя. Буду тестировать в работе во внутренней отделке. Ну а второй предлагаю разыграть среди вас, подписчиков и постоянных зрителей моего канала. Все это дело я здесь сложил, как было. Кладу гарантию, закрываем. Сверху штатив. И уже по традиции от меня лично небольшой сувенирчик. Кружка, ну, настоящая мужская кружка. Можно настройку, можно как сувенир поставить сервант с логотипом моего канала. На память от канала «Строю сам». Правила и условия розыгрыша, как обычно, а точнее абсолютно то же самое, как это было в прошлый раз. Условия для розыгрыша те же самые. В комментариях под этим видео вы оставляете комментарий, пишите любой текст, но чтобы мне было понятно, что вы изъявили желание поучаствовать. И главное, вы должны подписаны, естественно, быть на мой канал. Чтобы во время розыгрыша я это смог проверить, вам нужно зайти или с телефона, или с компьютера на свою главную страницу канала, во вкладку «Подписки» и открыть свои подписки видными для всех. То есть ваши подписки должны быть открытыми, да, для сторонних посетителей вашего канала. Во время розыгрыша мы увидим, да, то есть в комментариях, подписан человек или нет, и даже сможем увидеть, сколько времени он подписан на мой канал. Все, больше никаких условий, никаких правил. Ну, вроде бы на сегодня все. Начало сезона положено. Первое видео сделал. Дальше пойдет по накатанной. Оставляйте свои заявки. Обязательно участвуйте в розыгрыше. В этом году это точно будет не последний. Ну, в ближайших видео мы этот наборчик с вами разыграем. Ну, а на сегодня все. Обязательно на моей самостройке скоро увидимся. Ну, а пока. Всем пока. Персик, скажи пока. Молодец.